все что угодно, лишь бы не официоз. Здравствуйте, с кем мы тут не виделись. Я сейчас объясню, что будет происходить. Дело в том, что это не будет никакой не спектакль, это не будет никакой концерт. Это можно представить все происходящее, все, что будет происходить в дальнейшем, как, может быть, как презентацию пьесы. Это очень молодая пьеса, она написана сегодня. Вот. И существует в театральном мире такой жанр, что ли, как читка. То есть это новая пьеса, которую можно как-то, значит, прочитать текст с той или иной степенью выразительности. И как-то попробовать сочинять прямо здесь, попробовать сочинять какой-то спектакль. То есть это репетиция, создание спектакля в данный момент. Вот. Так что прошу любить и не жаловаться. Божественный скрежет. Далекое тайное место, где-то близ Москвы, называемое Кремлем. Там сидит Ленин при лампе, думает, не спит и пишет. Чего он там пишет? Ведь у нас же уже есть Челенгур. И Ленину пора не писать, а влиться обратно пролетариат и жить. Я знаю, что Ленин сейчас думает о Челенгуре и о челенгурских большевиках. Ленин, наверное, пишет Чебурному письмо, чтобы Чебурный со всеми товарищами ожидал его в Челенгуре в гости, дабы обнять в Челенгуре всех мучеников земли и положить конец движению несчастья в жизни. Лень положить жизнь.
Держись за подводные камни. Вокруг смешные машины. Согласовательную работу. Дабы из стихии какофонии капиталистического хозяйства получить гармонию симфонии высшего начала и рационального признака. Раньше оно так не выходило. У меня сейчас смелость от этой музыки корябается в спине. Черты лиц стерлись, а коммунизм? Стерлись такие коммунизм, у нас стерлись такие коммунизм.